Привет, друзья, меня зовут Алекс, и мы продолжаем мучить вот этот вот ангар огромный в игре Metro Exodus. Видимо, мы здесь ищем, хотел сказать, жилет, я не знаю, при чем тут жилет вообще. Ищем вагонетку креста, вернее, дрезину креста, но у нас закончились шары, поэтому нам надо срочно с вами скрафтить немножко шаров. Я думаю, 30-очки нам хватит. Мы немножко болеем, у нас немножечко крови сверху на экране. Я думаю, что это нам не помешает никак. Потому что теперь у нас есть шары. Теперь мы продолжим усмирять, так сказать, усыплять вот этих вот упырей, мать твою. Бывает вот так вот в голову с первого раза не попадаешь, и все, и начинается. И начинается страсть какая-то. Красота. Да еще один, откуда, слышь? Я так не играю, это нечестно. Во-первых, их очень много. Очень много. Откуда они рожаются в таких объемах, я понять не могу. Плюс здесь еще темно. Нифига не понятно. Нифига не понятно. Здесь мы сейчас поживимся вообще. Да нет. Не поживимся мы ни хрена. Всего лишь два честных человека здесь было. Нет, стоп, я здесь видел, по-моему, оружие чье-то. Нет? Мне почудилось, привиделось. Я просто верю в лучшее, видимо. Это у меня и оружие чудится. Которого нет. Давление у нас хорошее. Давай. Это мины? Мы без противогаза здесь справимся. Ага, пукнуло. Да. Очень агрессивная флора и фауна здесь. Сейчас мы поползем под вагоном, на нас обязательно кто-нибудь спрыгнет, нападет, да? Да, вот признавайся, а. Почему я не могу как электроподвижец? Ермак, отвянь. Не до тебя. Нет связи. Все, выдыхай. Выдыхай. Зачем я сюда пошел? Что здесь такого? Там сверху что-то типа ценное, что ли, или что? Погоди. Анархия. Анархия, что тут делает анархия? Подожди. Ты запрыгни. Ну ладно, ничего страшного. Мы куда-то еще и упали с вами. Да ничего, выдыхай. Все. Подожди. Ха, мы здесь и вышли. Включим фонарь. Ножи. Ты рогатая, давай, лопайся. Газы какие-то долго выветриваемые. Еще динамит. Хорошо, это восхитительно. Это хорошо сказать, что это хорошо, это не сказать ничего. Но возникает вопрос, а куда тогда нам надо идти?
Дверь вот эту открыть? А тут двери-то и нету вовсе. Ладно, то есть чисто теоретически нам сейчас надо за... А, все, под вагоном можно пройти. Все, пойдем, пойдем, пойдем. Лабиринты, лабиринты. Ну ладно, какая нам разница? Мы здесь выживаем с вами, исследуем, обследуем, производим всякие наблюдения, как ученые, за всякой вошью. Опять... Я понял свою ошибку. Я понял свою ошибку. Понял, понял. Понял. Туда нам не нужно. Одеваем противогаз. Включаем свет, прыгаем вниз. И бежим вот сюда. Поднимаемся вот сюда. Китяра, что творит? Поднимайся, 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 Тёмыч, быстрей! Китяра не дает нам вообще, а? Ну, в смысле, не в том плане не дает, а в том плане, что не дает работать нам с вами. Куда ты прибежал-то, слышь? Бегун хренов. Опа, вот это вот... Отдай ножи. Ну, что вы скажете на это? Понравилось? Хедшоты мы только так с вами сейчас раскидываем. Лопайся. Скорее лопайся. Нет, нам надо ширнуться срочно. Пух, вот все, ждем. Ждем, пока газы развеются. Я думаю, что можно пока снимать. Друг, что у тебя есть? Потрошки. Тоже хорошо. Не макарошки, но все же. Погоди, 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 ты не вздумай падать мне. Ух. Пойдем наверх. Эх, я ошибся. Пульта здесь нет. Вот этого поворотного механизма. Но возникает вопрос, а где он? А где он? Где тот самый заветный рычаг? Давай, заряжай, заряжай, заряжай. Убирай. Включай, одевай. Тихоря в руки бери. Блин, не стекло побили.
только сейчас заметил, что стекло побито. Ёлки-палки, ребята. Мы в заднице. Ну, фигурально выражаясь. Хотя вряд ли. Я думаю, что мы на коне. У нас все идет. Все идет по плану. Бегом, 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 бегом. Бегом, бегом. Ух ты, какой он голодный-то. Ишь ты, он как... У него еще руки есть. Он нам дорогу очищает. А-а-а, лошара сломал стену сам себе. Сам себе единственный путь сюда завалил. Артём, жив? Нет. Да прекратите со мной связываться. Хватит со мной связываться, вы достали уже, а? Мы открыли. Дружище, ты меня поздравить не сможешь, к сожалению. Ну, я знаю, ты бы этого хотел, чтоб я справился. Так, это электроподвижцы. Рыбка моя. Ну что, все? Киту задница. Какой у него язычок-то? А глазки-то у него какие грустные. Это история? Последний выдох. Твой последний выдох, друг. Ну, ты уж прости, не серчай, как говорится. Опа, аккумулятор. Причем такой мощный, жирный, гигантский. Гробики. Тут, короче, вообще пипец. Орден электроборцев. Ты смотри, что здесь вообще ужас. Рыба в лодке с... Ох, ужас вообще. Это какой-то... Химоза. Химозочка. Теперь мы чисто теоретически с вами можем открыть эту дверь, да? Пройти куда? А, вероятно, здесь рядом находится дрезина. Да? Или нет? Да и здесь вообще творился беспредел. Кстати, мы это место проходили. Я думал, эта дверь только электричеством открывается. Они здесь прям хоронили всех. Вообще просто дурные, реально. Вот, вот серьезно. Они б свечку все на макушку бы еще приклеивали. Детали. Привет, друг. Оу. Шикарно. Мы оружие сейчас понасобираем. Оу. Ну, в плане понасобираем, я имею в виду, деталей насобираем, потом придем, оружие такое сможем себе скрафтить, скомбинировать, так сказать, из того, что было, то я и полюбила. Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. Да. О, ПНВшечка! Ну что, Тёмыч, теперь ты хищником станешь? О, да. Нажмите А, чтобы включить-выключить приборочное видение. У нас одет он. Какая прелесть. Теперь у нас ПНВшка есть. Нажмите Т, чтобы надеть... А, не Т, а Н. Противогаз мы снимаем. Они молились, что ли, на него?
На ПНВ на этот. Погоди, а ключ где взять? В основном накапливается в иле, и вследствие этого оказывает наиболее сильное влияние на бинтосные организмы. Активное вещество вызывает серьезные патологии развития в молоде моллюсков и ракообразных, приводя к их быстрой гибели. Однако мальки сама в опытном резервуаре за время эксперимента нисколько не пострадали и, напротив, по темпам роста превзошли контрольную группу в 4 раза. Ужас. На пелагические виды рыб вещество, похоже, практически не влияет. Окунь и плотва показали незначительное повышение темпов роста без негативных эффектов. Так это мы чей-то эксперимент сейчас убили? Обычно ключ на двери висит. С внутренней стороны. Может, под ковриком? Ключ где? Классная вещь, ПНВ. Фонарик не нужен. Вот если бы не ПНВ, мы этот ящик бы с вами и не заметили. Вопрос остается открытым. Почему ключа нет? Может, здесь, где ключ лежит, а? Противогаз. Ну а зачем, зачем им противогаз? Себе бы забрал, что ли? Ладно, бог с ним. Ключом он нам, по сути, что шел, что ехал. Хотя, может быть, он нам и нужен был бы, ключ-то этот. Еще сундучочек. Несколько патрончиков, несколько деталек. А вот на и дрезина. Ты же дрезина креста, сознавайся. Да. Там просто перемычка, тут прям предохранитель. Ну что, заводи. Почему разворот сиденья-то? Давай. Так вот, погоди, она дизельная, что ли, дрезина? Откуда же он соляру берет? Собака головой кивает. Ой, бляха, муха, прикольно. Какая дрезина, блин, прикольная. Ну как, паря, достал дрезину? Да, достал. Теперь тебе к вагономойке надо. Только ты уж там того, аккуратненько. Народец там нехти, прям скажу. Все как есть бандиты. Так что, если чего, то и как говорится. Я тебя понял, друган.
Значит, мы дрезинку-то с вами свистнули. О, как раз мы через... Шикарно, вообще шикарно. Нам бы сейчас вот на вот эти два знака вопроса рвануть, которые вот там. Теперь кит нам вообще не помеха. На те два знака вопроса нам с вами рвануть. Кстати, мы заплыли-то вот с той стороны. Вплыли, так сказать. Сохраняться надо, ребята, почаще. Обязательно. Все непременно. Что у нас здесь? Оу. Двуствольный Ашот. Сейфик. О-о-о, химия, я думал, это еда. Но нет. Но нет. Вот эта пуха меня, конечно, вообще порадовала. Просто пипец. С коллиматором все дела. Реально на РПДху похоже. Здесь, судя по всему, будут все враги. Я думаю, что нам стоит вот так вот сделать, что если вдруг кого-то встретим случайно. Я думал, это собака. Что здесь? Ку-ку! Есть кто дома? Ага. Мы еще один с вами домик открыли, да? Шикарно. Еще один верстак. Еще... Вот сейчас все посмотрим. Как раз у нас в серии осталось немного времени. Значит... Ремонт противогаза. Починить противогаз с помощью подручных материалов. Это нам нужно. Стекло побитое, елки-палки. Побитое стекло нам абсолютно не нужно. Соответственно, тихарь. Калаш. Калаш? Да ладно, ты что, шутишь что ли? Реально на РПДху похож. Какой-то гигантский калаш. Это что? Тяжелый приклад с рукоятью. Тяжелый приклад с металлической пистолетной рукоятью. Армейская модель, значительно понижающая отдачу. А, она вон с этим, с пружинным механизмом. Это спортивный приклад. Деревянный приклад с вырезом, обеспечивающий удобное положение руки. Так, стабильность у нас. Это, короче, самая высокая стабильность. Просто скорострельность. От приклада скорострельность зависит. Шикарно. Удлиненный ствол с компенсатором. Это калаш, мать его, за ногу. Ты серьезно? Это сочетание ствола и дульной насадки предназначено для повышения точности наносимого урона на дальней дистанции. Лучший выбор для... Не лучший выбор в ближнем бою. Да мы с калашника в ближнем бою с вами не стреляем. Так, оптика. Магазин, стабильность. Стабильность еще можно прибавить. Если сделать вот такой магазин. По сути, мы... Что-то типа СВДхи какой-то сделали, если мы вот так вот сделаем это все дело. Сделаем, если сделали, если сделали, если сделаем. Чуть-чуть тебя почистим, хотя бы наполовину. Во. Отлично. Ашот. Что у нас с Ашотом? С Ашотом все скучно и неинтересно. ЛЦУшку можно одеть на Ашота. Мы этих ЛЦУшек с вами нашли просто в вагон. Коллиматор даже неинтересно ставить на дробаш, я не знаю почему. Все, Ашот пусть у нас будет в дерьме весь. Тихарь. На тихаря у нас просто тупо ничего нет. Ну и ладно, ничего страшного. Что мы с вами сделаем? Пару аптечек. Пару фильтров. Еще аптечечку, я думаю, мы с вами сделаем. Патроны на пистолет мы с вами разберем. Они нам даром, в принципе, не нужны. Мы не пользуемся. С недавних пор. Шикарно. Вот это мы зажили, а. Это мы с вами зажили, ребята. Можно смело присесть на коечку.
и закончить сегодняшний поход спокойно и размеренно. Выпьем немножко. Ну что, друзья, на этом мы закончим сегодняшнее похождение. Благодарю вас за внимание. Не забывайте подписываться на канал, бейте в колокол и вступайте в паблик ВКонтакте. Пишите свои комментарии, ставьте лайки и увидимся с вами в следующих сериях. Всем удачи и до встречи!